Подкаст, в котором команда Cool Clever читает самые яркие признания любви к еде. Тамбовский окорок. Любовь моя. Я жду встреч с тобой почти так же, как в юности ждала свиданий. Ты со мной в самые непростые моменты моей жизни. Именно твой аромат я почувствовала первым, когда заболела ковидом. И обоняние покинуло меня. Казалось, навечно. А что может быть лучше утреннего крепкого чая, багета и кусочка нереально вкусного тебя? А прекрасные сэндвичи на работе, овощное сопровождение может быть любым. Ведь ты, несомненно, играешь первую скрипку и ведешь свою партию уверенно и маняще. Конечно, с одной стороны, практичная и удобная возможность заказать тебя заранее и забрать по пути домой. Несколько приземляет наши высокие чувства, но это позволяет видеться нам чаще, правда же? И знаешь, чтобы быть честной до конца, до знакомства с тобой у меня уже были попытки отношений с твоими тезками. Но это все было не то, совсем не то. В каждом из них чего-то не хватало. Никто не был идеальным. Никто из них не был тобой. О, мой дорогой тамбовский окорок, сегодня я вновь назначу тебе свидание. Ничего, если это будет через приложение Cool Clever. Просто оно помогает нам с тобой быстрее увидеться. Выезжаю. Жди.